Начнем с важного события для экономики всего региона. Сегодня в селе Плёс открыт новый птицеводческий блок группы компаний «Домоте». Совокупный объем инвестиций, вложенных в этот проект, составил 5 миллиардов рублей. На месте сейчас работает моя коллега Елена Моисеева. Лена, добрый день. Что удалось построить и как будет работать комплекс? Спасибо, Света. Мы находимся в Макшанском районе, где запущен новый птицеводческий блок группы компаний «Домоте». Сам объект – это три площадки, где размещены 32 птичника. Посмотреть, как все устроено, прибыл глава региона Олег Мельниченко. Фронт выполненных строительных работ широк – от устройства фундамента до установки металлоконструкций и ограждений. В помещениях залит бетонный пол. Ну и, конечно же, каждый птичник оснащен специализированным оборудованием. Процессы кормления и поения автоматизированы, обеспечена хорошая вентиляция, есть и климат-контроль. Вообще создан блок в рамках расширения птицеводческого проекта агрохолдинга до 207 тысяч тонн продукции в год. Работать на новых объектах будут около 100 человек, и, как уверяет руководство, преимущества будут отдавать местному населению. Все подробности расскажем уже в 17:30, не пропустите!